Всем привет, народ. Модернизирую немного вот такую вот камеру. Достались мне две штуки взамен на то, что я третью камеру человеку модернизирую. Он мне отдал вот эти две камеры. Они полностью рабочие. С ними идут даже в комплекте сами камеры на моточке. Сейчас покажу. Вот такие вот. В них один минус. Неотключаемая подсветка. В кабеле всего три жилы. И задняя стенка вот такая была. То есть два аккумулятора 18650. И сам кабель отдельно на мотке был. Включался в разъем. Вот здесь разъемчик был, я его убрал. В общем, я переделал заднюю стенку, напечатал. На нее мотовило сделал. И вот такой бокс также на два аккумулятора прицепил. Теперь это все дело как бы заедино выглядит. Мотовило уже на мониторе находится. Здесь еще козырек был. Я сейчас печатаю козырек. То есть у меня будет козырек не родной, а свой. Так как на родном там какие-то вырезы были. Вот здесь еще камера дополнительная была, я ее убрал. Она нафиг не нужна. Зачем камера, которая пишет рыбака? MicroSD. Ну, в общем, как дособеру, покажу, что в итоге вышло. Сейчас просто жду кабель. Придет силиконовый кабель четырехжильный. И также будет еще включаемая подсветка. Вот эта кнопочка будет подсветку включать, выключать. Здесь будет вкл-выкл общий. До этого вот здесь вот располагалась кнопочка, тумблерочек включения-выключения. Ну, мне кажется, мой вариант более удобный и мобильный получился. Ну вот, что в итоге получилось у меня. Крышку я тоже перепечатал, так как здесь у нас был разъем для выхода на камеру. Он теперь закрыт. Остался только вырез под флешку. Сверху тоже у нас тут был вырез под камеру. Его теперь нет. Двойную подсветку сделал. Инфракрасная внутри, белый снаружи. Кнопочка подсветки. Включение-выключение. После включения надо выбрать камеру, которая внешне осталась выносная. Вот наша подсветочка. Инфракрасная, белая, выключена. Ну вот как-то так. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.